Ну, наконец-то, на радость и на усладу слуха творческой интеллигенции, воспитателей, библиотекарей и всех ботаников трибьют-концерт вокально-инструментального ансамбля «А в простонародье» группировки «Ленинград» Пирхоли «Пробка». Огромное количество мата и алкогольно-бытовой тематики. Программа «Коза». Закроем глаза, откроем уши и навстречу с прекрасным. Масса вокалистов пробовала уже использовать в своей вокальной лексике мат. Перестань меня обнимать, просто ответь. Почему у них не получается, а у Шнура получилось? Шнур когда-то очень четко и правильно сказал. Друзья, я не матюкаюсь, я на нем разговариваю. Говорит, вот мы приходим на репетицию, что-то не получается. Долго очень объяснять. Ребята, вы не подготовились. Понятно сказать, коротко и ясно. Все. Пи! Любит наш народ это творчество, потому что, наверное, Шнур, он что думает, то и поет. Олег прекрасно делает этот трибьют. Я не знаю, кто бы еще делал трибьют Ленинграда, в принципе, а лучше. Поэтому, да, столько людей. Неважно, есть мат или нет. В «Рыба моей мечты» там нет мата. Только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Ходит слух, что ты мил человек, не ругаешься матом. Ты супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Вы стоите просто вот тут около сцены. Вы же подпеваете им. Подпеваем, почему? То, что знаем, подпеваем. Вы знаете все песни наизусть? Нет, не все. Экспонат. Экспонат, да, назвали мне 60 хит какого 2015 года. Я вел одно свадебное мероприятие, и после танца жениха и невесты я как ведущий подошел к жениху и скажу: скажи, какие у тебя эмоции? Он говорит: блин, я счастлив. Точно счастлив, чувак. Ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, 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 ба, ты ба-ба-бом. Мне один из театральных моих друзей говорил, что в свое время Станиславский не говорил «не верю». Он говорил «не пи». Не... Да, так же понятней. Очень хотим попробовать сделать оперу «Сектора газа» «Кощей бессмертный». Там действительно тоже все у Хоя было. Это не матюки, это была поэзия. Ты бы смог без мата как-нибудь описать человека, который у тебя только что магнитолу украл с машины? Негодяй? Хулиган? Негодник? Ай-яй-яй, какой бандит! Ай-яй-яй, какой... Когда себе... Когда себе, я встану сиськи, когда себе. А ты слышал новую песню группы Ума Турман? Нет, она тоже с матом. Называется «Зависть». Нет, она без мата. Все очень просто в этой песне. Хочу написать хит, как у Шнура. Хочу, как у Шнура. И клип бесподобный. У меня даже складывается такое впечатление, что Шнур написал эту песню, или помог написать, или подсказал идею. Наливай, я уже не мальчик, а у меня в штанах. Шнура мы никуда не денем. Что нас ждет? Вау. В марте, в апреле. Луга, река, Лама, браты Гадюкины, наши резиденты. Трибьют Мадонны, трибьют Наутилус Помпилиус.